Камышкинской школе. Что мы видим здесь? Это учебный корпус теперь, это ж не школа. Это учебный корпус Даховской школы. Сейчас уже далеко не 1 сентября даже, а 5 сентября. А школа до сих пор стоит без крыши. Скажите, когда-нибудь при советской власти было такое? Допускали, чтобы к началу учебного года школа была не готова к занятиям? А? Можно такое допустить? Очевидно, у нас Единая Россия, такая хорошая партия. И сколько времени протянется этот ремонт, мы не знаем. Вот смотрите, видите, оно все болтается. Должна быть Г-образка. Она должна быть не менее 30 сантиметров на перехват. 30-50 сантиметров делается перехват. Вот это все, оно просто болтается совершенно. Здесь должны быть Г-образные. То есть этого всего нет. Как все это будет держаться потом, то есть само по себе, оно может все это рухнуть отдельно, без связки. Там в основании, посмотрите, ну это можно, чтобы оно там лежало, гнилое бревно? Оно же за нее дальше, и школа просядет. Мы видим поломанные тренажеры. Внутри все не подготовлено, ни волейбольная площадка, ни покошена, ничего нет. То есть полная разруха, как прошел Мамай. Вот так вот у нас огорожена школа. То есть забор он на сегодняшний день скоро упадет. Обратите внимание, с правой стороны также стоят качели поломанные, лестница тоже наклонена. То есть все травмоопасно для детей, для наших. То есть это тоже школьная территория. Сплошные заросли. Вот так вот идет подготовка у нас к 1 сентября. Подписываемся на канал «Опасный репортер».